Страшно покатение. А, какое сегодня чудесное утро! Пойду навещу своего лучшего друга Патрика. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Патрик! Выходи! О, привет, Спанго! Привет, Спанго! Привет! О, чем сегодня займемся? Ты знаешь, какой сегодня чудесный день? Да, нет. Сегодня же 29 сентября! Это наш любимый день! День рождения! Нет, Патрик, ты идиот! 1 сентября! Это любимый день охоты на медуз! Ура! Может, позовем Сквидварда? Ты меня сбишь глаза, идиот! Может, позовем Сквидварда? Хорошая идея! Сквидвард! 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 Выходи! Сквидвард, пойдем с нами охотиться на медузы! О боже, его здесь нет! Сквидвард, его нету! Спанго. Похоже, его нет дома! А что это за голос говорит? Не какой знаю. Голос? Непонятно! Да нет никого! Пойдем тогда отсюда пойдем. Охотиться на медуз! Для этого мне понадобится мой любимый сачок! А у меня почему нет сачка? Не знаю! Может, ты его потерял? Наверное. Ну ладно, пойдем охотиться. Та-та-та-та-та-та! Мы идем на видос! Ля-л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 я! Пойдем. Вон, кажется, есть одна! Смотри! Смотри, смотри, я вижу! Кажется... Одна есть! Вон там, вдалеке! Я слеп! Моя! Ура! Медуза одна есть! Ура! Ура! Пока выйдем из кадра, тише. Ура! Как было весело! А, ура! О, боже, что это? Убегаем, Спанчбоб! Убегаем! Прячемся по домам! Патрик! Я сейчас позвоню Патрику. Алло! Кто там? Ой, Сквидвард, извини! А ты Патрика не видел? Не видел никаких Патриков! Трин-трин-трин-трин! Звонок в дверь? Патрик, ты возьми же трубку, Патрик! Я не ставил сегодня будильник! Это же телефон! Алло! Алло, Патрик! Алло, кто это? Злая медуза! Злая медуза! Злая медуза! Пип-пип-пип! Нет, Патрик! Алло, кто это? Это я, Спанч Боб! О, Спанч Боб! Мне сейчас звонила злая медуза! А злая медуза, она здесь? Я не знаю! Что? Пань Боб? Ай, медуза, похоже, ушла. Фух. Слава Богу. Чудо, спаси нас. Я, пожалуй, посплю. Я, пожалуй, пойду спать бабу. Нет, я домой. Я не знаю, где я. Новый год, день сурка, число четверг. Нет же, сегодня понедельник, мне надо идти на работу. О, печь отличные красбургеры.
Я их буду есть! Ам-ням-ням! Я пошутил. А у тебя есть вилочка, ложка? А где же мистер Крабс? Мистер Крабс? Давай позовем его. Где? Я здесь. Мистер Крабс! Деньги. О, да, Спанч Боб, что? Ты придешь на... Я придумал новый рецепт Крабсбургера. Главное, чтобы он был дешевый. Я придумал новый рецепт Крабсбургера, мистер Крабс. И расскажи, какой он, малыш? Надо в крабсбургеры добавить немного волшебного компонента! О, как интересно! Но главное, чтобы он очень дорого стоил. Я смог много денег заработать на этом. А вкусные крабсбургеры будут любить люди! Ну да, это тоже важно. Наверное. Я пошел на работу, мистер Крабс. Там мы встретимся, Спанч Боб. Да! Патрик! Да-да? Я иду на работу! А я иду домой тоже на работу! Я пошел! И я пошел! Мы лучшие друзья! Да! Да!